300 бойцов из 42 городов страны приняли участие в первенстве России по ушу саньшоу. В младшей возрастной группе победа досталась владимирцу Денису Слепову, нокаутировавшему в финальном бое Хаджимурата Саитова из Дагестана. Слепов завоевал свою первую золотую медаль на всероссийских турнирах. Всего в первенстве были разыграны 56 комплектов наград. Победители войдут в состав сборной России и поедут на Олимпиаду боевых искусств, которая пройдет в июне 2010 года в Пекине.